Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие подписчики канала Аюрведа, канал о вкусной и здоровой пище. Сегодня 16 октября, воскресенье, и я приветствую вас на канале Аюрведа, канал о вкусной и здоровой пище. Итак, середина октября, да, почти что осень уже подходит к концу, да, середина осени, да, второй месяц осени, октябрь заканчивается, и мы наводим порядок на огородах, на своих, да, на участках, на дачах, делаем какие-то заключительные работы, да, то есть урожай весь собран. Ну вот я пришла сегодня, да, на огород. То есть после того дня, когда я здесь была, собирала свеклу, морковь, да, сегодня я прошла неделя, да, и вот смотрю, какая здесь сегодня ситуация. Но обычно я все перекапываю. Да, обычно я все перекапываю, то есть подготавливаю почву, да, на следующий сезон. Но вот в этом сезоне, да, мне подсказали огородники, да, у которых есть опыт определенный, что перекапывать землю, да, это бесполезная трата времени. То есть, в принципе, перекопка земли, она ничего не дает. Вот. И я, знаете, послушалась совета своих друзей, так скажем, да, своих коллег. Да? И подумала, что действительно, может быть, в этом сезоне не перекапывать землю, потому что я это делаю два раза, получается, в год я перекапываю землю, да, поздней осенью после сбора урожая, перед зимовкой, да, и после зимовки, уже ранней весной, да, в мае месяце я перекапываю землю. Так, да, я пошла за лопатой. Сейчас, да, я буду сейчас закапывать наши кабачки. Я иду за лопатой. Ну что, солнце уже село, да, практически. Итак, я с вами прощаюсь, да, в этом сезоне я заканчиваю рубрику «Дачный сезон». И давайте поблагодарим, да, землю мать, да, природу мать за то, что она дала нам такую возможность посадить наши семена, посеять, да, собрать урожай. Давайте, да, поблагодарим все это и поблагодарим лето за то, что оно было, да, за то, что оно пришло, за то, что оно нам дарило столько замечательных дней, теплых, жарких, да, в этом сезоне. И попрощаемся, да, с дачным сезоном до следующего сезона. Итак, дачный сезон завершился, и мы говорим прощай, да, но мы не говорим, да, дачный сезон прощай, а мы говорим дачный сезон до свидания. Итак, да, я тоже с вами прощаюсь, желаю вам всего хорошего. Спасибо вам, да, что в этом сезоне вы были со мной, за то, что вы смотрели мои ролики, за то, что вы ставили лайки, за то, что вы писали комментарии, за то, что вы подписываетесь, да, на мой канал и продолжаете смотреть мои ролики, да, и помогаете мне, да, этот канал развивать. Так, дачный сезон, до свидания. А я с вами прощаюсь, да, на сегодня, до следующей встречи. До свидания.
Крестная, крестная, крестная.